Первая бритока, как могучего удара поезд разворачивается поперек тоннеля. Да, это вообще гениально, это вот именно Сафонов, роман «Катастрофа», а «Метро» это, по-моему, наверное, у работников «Метро» это любимая книжка, но не перед сном, потому что уснуть невозможно. Вот такая на память, вот просто навскидку, и мощным ударом вагон развернуло поперек тоннеля. Все дело происходит на перегоне Щукинской-Тушинской, то есть там, грубо говоря, Москва-река затопила тоннель. Я пытался представить, как вагон можно в этом узком тоннеле развернуть поперек. Но только если сложив несколько раз. Ну там очень много перлов. Ну что, как говорится, вот так человек написал. То же самое, как по поводу Глуховского. Это мне больше всего там, да, это классно. Я говорю, ну там же куча перлов и ляпов. Он говорит, ну навскидку, говорит, один. Я говорю, ну вот, например, ну живут они под землей. Он говорит, да. Я говорю, чем они питаются? Ну, грибы, свиньи. Я говорю, хорошо, атомная война, народ ломится в метро. Свиней они откуда взяли? У человека пауза, он такой, да, действительно, они что? Говорит, а может он, говорит, с ВДНХ забежал в этот, плевел свиновоз, тут две подмышки и под землю, чтобы было на ближайшее время.